привет всем, кто смотрит этот видос. С вами я, Екатерина Самойлова, и мой вчерашний соведущий Евгений. Юль, сейчас идет очень важный этап в твоей жизни. Второй этап танцевального проекта, в котором ты участвуешь, танцевальный кратко в сети. Знаю, что ты переживаешь, ты готовишься, выкладываешься по полной. Помимо того заряда и той поддержки, любви, которую я тебе отсюда из Москвы шлю энергетическим космическим способом, хочу, чтобы ты услышала мнение от этого шляпника. Это человек, который сидит рядом со мной, не случайно сидит здесь. Да, это Женя. Он тоже не раз шел к победе, к цели. Смотри, самое главное — это не то, что ты выиграешь или проиграешь. Самое главное — то, что ты покажешь себя и подаришь зрителю на 100%, чтобы зритель увидел, что ты есть настоящий на сцене, и ты получаешь неимоверное удовольствие от этого, потому что делаешь это с любовью от всего сердца и с душой. И поверь, люди это увидят, если ты будешь выкладываться на 100%, потому что люди, которые живут своим любимым делом, ну, они сияют, как ангелы, это не секрет. Что касается победы, на самом деле это не самое главное. Самое главное — это вот этот путь, который мы делаем к победе и идем, или проигрываем, или побеждаем. В любом случае мы получаем опыт, который нам пригодится в дальнейшем. Мы, может быть, упадем немножко в ошибки какие-то лицом, но это тоже пригодится в дальнейшем. Ничто не случается просто так. Все для чего-то. И я хочу пожелать тебе просто наслаждаться вот этим моментом, то, что сейчас идет этот проект, это очень здорово. Все, что я хотел бы тебе сказать, это просто быть преданной своему делу на 100%, на 200, на 1000. Будь собой, самое главное. Просто лови момент, когда вот ты участвуешь здесь и сейчас, потому что, возможно, через месяц, через два, через три уже не будет этого проекта, и останется только вспоминать, как это было здорово. Гордись собой, не знаю, люби окружающих, слушай музыку, качай, танцуй. Все на самом деле очень круто, и не волнуйся. Все, что делаешь, ты делаешь, потому что ты этого хочешь, а не кто-то тебя заставляет. Поэтому все очень круто. Йоу. Ну, кстати, Женя сказал, лови момент, и я хочу тебе предложить словить кусочек энергии, который мы с Женей сейчас тебе вышли. Заряжайся, йоу. Я очень знаю.